добрый день! Сегодня я хочу показать вам все наши сувениры, магнитики, игрушки, тарелочки и масти, которые мы привозили с разных стран мира. Ну, давайте начнем с магнитиков. Вот столько такая у нас коллекция. Тут и Мадрид, и Андорра, Барселона, Париж, Монако, Шри-Ланка, Куба. Ну, короче, везде. Со Шри-Ланки вот. Я со Швеции, мой любимый. Но больше всего мне с Норвегии нравятся тролли. И футболист тролль Норвегии. Тут, правда, в Швеции вот это покупали. Футболки сборной Швеции. Индия, Хельсинки. Вот мой любимый тоже с Италии. В Сан-Ремо, по-моему, купили мы. Не помню. Барселона, Дания, Копенгаген, Мадрид, Таиланд. Ну, в общем, со всех стран и городов мы стараемся. Не только тут страны, но и города. Ницца ездили, где-то Монако не вижу. Реал, Валенсия, Бангкок, Вена в Австрии были. Сантьяго Бернабеу стадион, Дубай, Китай, Паттайя, Карловы Вары, Канны. Что-то Монако не вижу. Санья, Стокгольм, Швеция. Вот, а Монако. Вот Монако ездили мы. Шри-Ланки. Шри-Ланки. Греция. Ну, в общем, со всех это. Дальше у нас идут тарелочки. С каждой страны, ну и с города. Стараемся привозить разные тарелки. Вешаем на стену. Наши любимые Куба, Барселона, вот Сан-Ремо сделал наш, как этот, женщина поющая на фестивале. Это наши любимые тарелочки, это Вьетнам, вот тут Амстердам, Голландия, Краков, Прага, Париж, вон с Эйфелевой башней, ну в общем. Брюссель, писающий мальчик, Таиланд. Канны, Монако, одна в трех, Греция, Турция. Уже большие перестали вылазить, стали маленькие стали покупать. Маленькие. Тут вот у нас дальше идут сувенирчики. Это мы светильники привозили с Эмиратов Арабских. Тут вот коридор. Пойдем в коридор. Тут вот у нас пошли маски. Швеция, Куба, в Испании брали, Вьетнам, с Греции. Эти с Италии привозил, с Милана я. Это Шри-Ланка. Это мы, я уж не помню где, но тоже в Италии покупали. Это с Таиланда. Это с Турции оригинальная кожаная маска, выдолбленная. Так вот, надетая, застывает. Это с Вьетнама. Это тоже с Турции, с глазных. Это уж не помню. Это с Таиланда. По-моему, с Кубы. Индейцы нам прислали. Вот единственные прислали, которые не покупали маску. Это с Египта. Это еще откуда-то, не помню уже, честно. Надо подписывать. Некоторые подписаны. Вот на туалете у нас. Вот это с Кубы. Девочки. С туалета это во Вьетнаме покупали. Это с Египта маска. Это с Китая. Ну, дальше сейчас я вам покажу свои сувениры. Эти вот у нас деревянные. Самые такие на Кубе распространенные. Привезли с Кубы. Пройдемте дальше. О, карта еще кубинская, это самая крутая. Да. Забыл про карту. Кубинская карта с натуральной кожи, с Че Гевара, как обычно. У них карта очень, она дорого там стоит. Варадеро был, я знаю. Пойдемте дальше. О, вот эти мы тоже, часы. Часы в Мадриде я покупал, реаловские, да. Это наши. Санкт-Петербург, Москва. Ага. Так, ну теперь пройдемся по сувенирам. Эту мы бабку
покупали в Праге, в Чехии. Такая вот она. Рог. Это с Вьетнама. Ну, это индеец. Привезли мы с Турции. 45 долларов. Тут вот ангелочек у нас на кровати. Это в Испании покупали. Ну, вот это с Китая картина. Сверху это у нас в Порто-Вентуре, в Испании, в парке делали. А самая дорогая картина это вот это. Мы делали на Арбате. Сколько нам было лет? Да по 18. По 18 лет. Сколько лет назад получается? 40-30 лет назад. Кошмар. Ну, это вот с Египта на папирус, кто ездит в Египет. Выключить, наверное, свет, она светится. И светится здесь уже не кошка будет, а богиня. Ну, тут вот пошли такие вот различные сувениры. Это с Испании я покупал в Мадриде на барахолке, блошином рынке. Это омовение Христа. Это моя любимая. Пеппи длинный чулок. Вот он, длинный чулок. Мы покупали в Швеции, в Стокгольме. Заоблачная цена была. По-моему, 22 евро это стоит. Это, говорю, очень дорого, но что-то захотелось взять. Так, это моя любимая марионетка. Мой Пиноккио. Мой Пиноккио. Привет. Иногда с ним тут занимаемся, прикалываемся. Это мы покупали в Праге. Привет всем. Здорово. Идем дальше. Сейчас это поставлю. Эту мадаму мы покупали в Китае. Ну, это мой Петрушка. Мой с детства. Любимая моя кукла. Ну, это опять же как его? Куба. С Кубы, что привозили. Так, давай садись и не мешайся. Сейчас его посажу. И Пиноккио, Петрушку своего поставлю ему. Есть у нас вот такая фарфоровая куколка. Сколько лет, ей неизвестно. Мама говорит, что она была у нее с рождения. Мама родилась в 43-м году, Царство Небесное. Вот такая фарфоровая куколка. Не знаю, сколько она сейчас стоит. Коллекционеры, я думаю, с удовольствием бы ее приобрели. Вот фотография, где мы с Леней в Мадриде с Кубком Чемпионов фотографировались. На стадионе были. На стадионе, да. Сантьяго Бернабео. Но это с Египта. Тут я уж не помню, вот эти откуда. Это с Парижа, Эйфелевую башенку привозили. Вот это откуда-то? Или со Швеции? Ну, со Швеции. Это со Швеции, по-моему. Вот это покупали в Норвегии. Ну, тут эти сувенирки мелкие, не помню. Ну, тролли. Это норвежская. Вот это я знаю, Египет. Ну, это Египет. Слоник, это Таиланд. Таиланд. Это тоже египетская. Эту картину. Турция. 3D, да, покупали в Турции. Вон еще икона есть. Иконы мы привозили с Греции. С Греции. Самое интересное, это вот везли с Испании. Это я купил на блошином рынке в Испании. Он в Европе считается один из самых больших. С ним были очень большие проблемы. Мы провозили как ручную кладь. В аэропорту нас пытались завернуть. Заставили вскрыть. Смотрели, не контрабанда ли это. Проверяли. Потом стали они уверять, что я могу напасть на проводников с этим. Там по голове дать. На стюардов. Ну, короче, мудрили. В итоге пропустили с них. Это вот Иисус у нас со Шри-Ланки привозили. Свечи. Это с Испании, гора Монсеррат. Там продаются свечи. 1 евро, по-моему, стоит. 5 евро, да. Вот так вот. Так, что еще? Кальян. Ну, кальян. С Египта. Ну, а это вот все такие старые свои бронзовые. Самсон, пепельница, вратарь. Это старинные. Это старинные, да, которые были приобретены еще задолго до моего рождения.
Вот такую ракушку я поймал. 7 лет назад сувенир приобрели. Живой. Такую ракушку я поймал на Кубе. Немалая. Весит, я не знаю, 5 килограмм, наверное, точно. Правда, уже была неживая. Ловила живых там. Вот были живые. Ой, не достану ракушки. Такие живые. С Египта вот такой однорукий бог с большим фалосом. По египетскому преданию, когда все ушли на фронт, точнее на фронт, на битву, он остался один, так как был инвалидом, и занимался тем, что херячил жен оставшихся бойцов. И когда вернулась армия, родилось очень-очень-очень много детей. И у него... И они, короче, вступили в армию, победили, там все. И это, короче, вот такого предания, его как посчитали со святого. Изображает его с таким немалой балдой. Ну, как-то вот так вот. Все вроде показали. Там еще у сына есть в комнате. Ну, у сына. Там тоже. Так что вот так вот. Все. Все. Всем пока. Надеемся, что коллекция пополнится. Все, пока. До свидания.